Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, геометрия 7 класс, автор Мерзляк, задание 459. В прямоугольном треугольнике МКЦ известно, что угол М равен 90 градусов, угол С 60 градусов, СМ 7 сантиметров, найдите гипотенузу ЦК. Итак, давайте возьмем прямоугольный треугольник, вот этот угол прямой, и запишем, что нам известно. Известно, что угол М равен 90 градусов. Вот мы прямой угол обозначим М. Запишем это. Угол М равен 90 градусов. Угол С равен 60 градусам. Ну, пусть этот угол будет у нас С. Тогда у нас треугольник МКЦ, значит, вот эта вершина К. Так, угол С 60 градусов, вот это 60 градусов, и СМ равно 7 сантиметрам, и нам нужно найти гипотенузу ЦК. Так. Ну, первое, что мы сделаем, зная, что сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90 градусов, мы можем вычислить угол К. Он будет равен 90 градусов минус угол С. Это будет равно 90 минус 60 градусов. Это будет 30 градусов. Тогда угол К – это угол в 30 градусов. А теперь воспользуемся теоремой, по которой катет, лежащий в прямоугольном треугольнике против угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы. Против угла К, угла в 30 градусов, лежит катет МЦ. Вот катет МЦ или СМ. СМ. Равен половине гипотенузы. Гипотенуза у нас ЦК. Тогда отсюда мы можем записать, что раз половина гипотенузы ЦК – это катет СМ, значит, вся гипотенуза – это 2СМ. Или 2 умножить СМ у нас известно – это 7. Итого получаем 14 сантиметров. И ответ. Гипотенуза ЦК в треугольнике МКЦ равна 14 сантиметрам. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.